с Иваном я познакомился очень давно. Он был такой пухленький, кругленький, зелененьким иракезом. Ваня, да, когда молодой был, выглядел очень забавно. Он придерживался такого изначально имиджа стрит-панка. Футболка, миссы, в подтяжке там. Иракез, потом ежик такой делал. Это первый раз видел такого здорового скина. Вот, в принципе, он, может быть, изменил внешний вид, да, но как бы идею он свою не менял. Первоначально я про Ваньку Столома скорее услышал, чем увидел. Вот, услышал о том, что в Москве появились ребята, которые осуществляют на концертах своего рода self-security. Мы столкнулись с такой проблемой, как прихода на концертов нацистских групп, которые занимались избиением публики. Это был первый панк, который стал защищать свою собственную сцену. Классический пример анархического неформального лидера. Вообще, мне кажется, он бы просто попал в такую ситуацию, в которой, к сожалению, ему приходилось действовать посредством насилия. Он был одним из первых, кто со своими друзьями давал реальный отпор фашистам и прочим идиотам, которые приходили на концерт подраться. С этого, наверное, начинается нормальная панк-рок-сцена, когда люди начинают себя уважать и уважать людей вокруг себя. А как можно себя уважать, если, пока ты идешь на концерт, тебя или твоих друзей побили? Никак. Он был, в общем, довольно подло убит выстрелом в затылок в подъезде собственного дома. Я со временем понял, что на самом деле в жизни может быть только один друг, и вот он был моим другом. Люди, которые совершают вот такие глупые поступки, как убивают других, они убийством Ивана подняли его в статус легенды и сделали борьбу его гораздо сильнее.